Парад Победы в Ульяновске состоится 24 июня. Подготовка к нему идет полным ходом. Первые репетиции проходят рано утром на Соборной площади. Участвуют десантники 31-й бригады, силовики, авиаторы и сотрудники УФСИНа. Более 800 человек. Наша съемочная группа подсмотрела за подготовкой. В честь 75-й годовщины Великой Победы мероприятие будет масштабным и красочным. Отдельное внимание отводится военной технике. БТР-МДМ и БМД-4М. Десяток безотказных машин гордо прошли по площади. Марши демонстрации техники перешли в кульминацию парада. Бриллианты военно-транспортной авиации Ил-76 с ревом пролетели над площадью. Следом за ними выступила группа Ан-2. В данном параде принимает участие механизированная колонна, а также, что и впервые вообще проводится в Ульяновске, это пролет авиации. Украшением парада станут девушки в форме. Курсантка Александра Сорокина уже несколько десятков раз репетировала со своей командой. Александра признается, чеканить шаг в тканевой маске очень сложно. Но желание присоединиться к празднованию Великой Победы перебивает все некомфортные ощущения. Это чувство просто непередаваемое. Ты представляешь, что ты отдаешь, во-первых, честь родине и вспоминаешь каждого человека, который воевал на этой страшной войне. Эта репетиция не последняя. Перед парадом состоится генеральный прогон с участием всех подразделений, единиц техники и образцов легендарного оружия. Онлайн-трансляция парада в Ульяновске будет организована на сайте ulpravda.ru. Кроме современнейшей тяжелой техники и авиации, в репетиции парада участвуют оружие Победы, ППШ-40, пистолет, пулемет. Виктория Чиркова, Владимир Куликов, новости Ulpravda ТВ.